Всем привет, дорогие друзья! Всем привет! С вами, как обычно, Вуди. Enter. И на ваших глазах, да, мы сейчас будем обозревать карту Козмини 11. Один. Один. 11. Один. Мы уже в будущее далеко улетели. Да. В общем, это кап, который замутили нос с рекрутом. Рекрут нарезал карты. Нос, насколько я знаю, добавил скайбоксы. Может быть, и рекрут там тоже добавлял. В общем, это будет небольшая серия карт, небольшой турнир с общим подсчетом очков, я так понимаю. Ну, по крайней мере, так должно быть, я думаю. Вот. И, собственно, это все нарезки из карты Козомета КОЗ-24. Вот. На каждую карту будет по 3 дня, по-моему, если я ничего не путаю. Но поживем, увидим. В общем, давай начнем, посмотрим. Давай показывай, что тут. Да, первая часть состоит, как мы видим, из падов, которые на разных высотах и на разных расстояниях друг от друга. Таймресета у нас нету, значит, реджамп, по крайней мере, в онлайне будет не особо возможен, но мы появляемся на достаточно большом квадрате, поэтому, в принципе, можно попробовать реджамп сделать. Слушай, ты... Так, что я хотел? Я что-то хотел сказать, спросить. Прям забыл, это ладно. Это очень все важно. В общем, скачем. В принципе, тут запредельные скорости не нужны. И самый такой оптимальный, сейвовый и наверняка обычный роут. Это просто прыгание по каждому паду. Не сокращая, не перепрыгивая. Хотя вот в некоторых моментах, например, ну тут можно, тут тоже можно было, но у меня скорости было не так много. В принципе, роутов по прохождению достаточно много. Думал, не долечу. Повезло. Вот. Я себя перебил почти на минуту. В общем, вот такая карта. В принципе, вот обычным роутом я что-то даже сокращал 29 секунд. В среднем, по-моему, нижний сегмент демок такой и будет, насколько я помню. Но у Энтера есть очень много версий, насколько я понимаю, как это все пойти. А это дивмап или нет? Вот что хотел спросить. Нет, не дивмап. Заботай. И давай сразу, Энтер, тогда покажи нам, что тут у нас интересно. Я вот не знаю, какую сначала физику показывать, потому что... Ну, давай сначала... Ты в обе играл? Да. А. Только я обе мало играл. Ну да, поэтому ты первый в ЦПМ. Ну, я просто покажу, как здесь. В Укудри здесь вообще ничего интересного. Здесь начало... То есть нужно стараться как можно больше срезать. Я реально забыл, как тут. А так как здесь... я вообще начинал, по-моему, с краешка. Чтобы можно было допрыгнуть до вот этого падика. Шушишь немножко. Все прошло. Прошло? О, хорошо. Я забыл, как я уже проходил. Хотя это было... Нет, шушишь. Шушу? Да. А-а-а. Я вот не знаю, как поправить. Нет, шушишь. Я вроде ничего не трогаю, а у меня... Где посмотреть? Где посмотреть? Шуши. Так не шуршит. Enter выключил микрофон. Все равно шуршит. Не помогает мне... Блин, наверное, заново начну. Да не, давай, поднастрой, давай. Чуть-чуть там перестал. Просто ткни. Перестал, да. Вот сейчас опять начал. Я не знаю, почему это происходит. Да зажми его как-то где-то, я не знаю. О, починил. Во, нормально. Круто, я его починил.
Так, ладно, не заново, но всё, окей. Давай. Итак, в ВК3 тут можно начинать... Ну, я сначала думал, то, что можно начинать с самого начала. То есть с центра пада, стрейфить или даже от конца пада. Но, к сожалению, я тогда не допрыгиваю до вот этого падика. Поэтому так. я надо начинать либо вот с этого краешка, либо начинать делать приджамп, как я уже показывал, вот с этого, с уголка прям. И тогда отлично С джампом эффективнее будет, скорее всего. Да. И тогда мы отлично режем вот этот вот пад. Угу. А дальше точно так же мы стрейфим по этим падикам. И если хорошо стрейфить, то можно срезать вот этот вот пад и приземлиться вот отсюда сразу туда. Это физики в ВК3. Угу. А дальше... Дальше опять два прыжка, разгон в ту сторону и... срезается вот этот вот пад, то есть вот с этого краешка до сюда запрыгивается. Дальше потом сюда, сюда и вот на этот пад. То есть самое стандартное прохождение, самые угловые пады нам не нужны, мы их просто срезаем. Там угол, здесь угол, то есть в принципе все нормально режется. И за исключением вот остальных, наверное, падов, потому что... Или... Я здесь прыгал просто на этот пад и потом налево, потому что мне показалось, что сложнее на самом деле. Ну, во-первых, когда после этого пада я прыгал на вот этот уголок и начинал дальше стрейфить, я приземлялся куда-то вот сюда. И вот прыгать до того пада очень далеко, а до него можно допрыгать только если с самого краешка прыгать. И после того, как приземлился, сразу ты с первого прыжка не допрыгнешь до сюда. Придется еще пару шажков делать и только после этого стрейфом дальше продолжать. То есть мне показалось то, что прыжок сюда быстрее, чем пешком идти, прыжок еще пешком идти. Ну, пешком идти, в принципе, никогда не выгодно, по идее. Ну, может быть, в исключительных случаях. Может быть, если очень круто получится здесь прострейфить и приземлиться на краешек, то здесь можно срезать этот уголок. Но он прям максимальной высоты, поэтому сложно, в общем, сюда запрыгивать. Дальше, вот этот вот уголок находится далековато, то есть дальше, чем тот, поэтому его тут... У меня не пробовал, по-моему, дальше даже его резать, да тут видно, что не долетишь. Ну здесь, да, далековато прям. Да, дальше мы прыгаем. Ой, читер. Посмотрите-ка на него. Так, сейфпос. Дальше мы прыгаем по вот этим падикам, по падикам. В принципе, вот таким вот каким-то образом. Сейчас я попробую сам допрыгнуть. У меня висит. Нет, все нормально. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Фреймы джамп. Здесь я, по-моему, прыгал на этот уголок. Вроде бы можно до сюда допрыгнуть, и тогда... Или нет. В общем, в физике ВК3 это простая карта. То есть... По-моему, здесь ничего такого сложного нету. Можно даже просто по всем падам попрыгать и не так много потеряешь. Не помню, какая там разница была в прохождении, если так смотреть. Ну, первое место Кет. В принципе, это было достаточно ожидаемо, что... Да, он прям возьмет. Любит такие фреймы-джампы и вообще да, карты с фреймы-джампами. Он любит, он их постоянно играл и играет, да. Да, поэтому, в принципе, было ожидаемо. Так, ну, в ВК3 я мало чего могу про эту карту рассказать. Итак, физика CPM, промот 1. Ну, во-первых, если вы не знали, эта карта, это является частью, кусочком карты большой. Это, есть такая карта, называется COS-24, которая там длиной 25 минут, по-моему, около того. Или может больше. И это просто одна из комнат, которая там в ней есть. Как эту комнату можно еще... Классный скайбокс. Я не помню, был ли такой скайбокс в той комнате. Нет, там черные были все. Либо черные, либо там стены с лавой. Они решили сделать все красиво. Да, неплохо выглядит. Вот. Ну, забыли добавить чеки. Он обещал исправиться. Тут есть, судя вообще по дорожкам, здесь, в принципе, все точно так же проходится. Как же я выходил, показывал в ВК3, то есть желательно, конечно, пропрыгивать мимо падов, вот, типа того образа. Я же опять забыл, как я проходил. С
стрейфим, стараемся как можно лучше. И так как у нас очень много скорости, сейчас, можно вот где после первого пада, если хорошо прыгать, я допрыгну в один прыжок. А, да, допрыгнул. После этой срезки можно приземлиться здесь и здесь сделать даблджамп. Это нам поможет сохранить скорость, и дальше после этого даблджампа я, по-моему, просто продолжал прыгать по падикам направо-налево. Также срезал вот здесь этот угол, вот до этого пада. Дальше набирал скорость. Так как у нас уже было дофига скорости у меня, я, по-моему, здесь перепрыгивал через пад вот до этого пада. Потом еще через пад вот до этого. А потом я постарался... Здесь я очень долго на сейф-позе тестил, как на самом деле можно пройти, потому что у меня вся скорость, она в никуда терялась, потому что здесь очень неудобно было проходить этот весь поворот. Ну да, там так, структура такая себе. Сейчас я попробую где-нибудь за сейф-позиться и после сейф-поза попроходить чуть-чуть. То есть, в принципе, вот такое прохождение, вот этот даблджамп, он очень легко получается. И дальше можно вот так даже было по одному, по каждому падику прыгать, но... Если набрать побольше, то там как раз можно было перепрыгивать этот пад. А, эх. Я даже не знаю, как что-то рассказывать про мою дорожку, потому что... Ну, я думаю, самое интересное будет, если мы ее просто увидим, если ты не будешь особо про нее рассказывать. Мне потому что вот мне, как человеку, который как бы, ну, ее не играл, по сути, эту карту. Мне очень интересно, как здесь ты, что ты и как ты срезал. Хочу сказать, моя дорожка, которая здесь, она не самая крутая. Есть более крутая дорожка, как я думаю. То есть я вообще прошел карту буквально там несколько, два раза дофинишировал и отправил, ну, после того, как без косяков вот дошел до финиша. Вот. Я тестировал начало. В начале здесь можно начинать, по-моему, так же, как CPM, начиная с уголка, для того, чтобы побольше набрать скорость и приземлиться на вот этот уголок. И с него можно... сейчас, допрыгну. С этого уголка, приземляясь, можно делать даблджамп прямо здесь, а не там. То есть, если мы здесь сделали даблджамп, у нас потом добираем скорость, и можно перепрыгнуть пад. И таким образом мы экономим там еще полсекунды или целый прыжок. То есть, много. Но я, к сожалению, не смог это исполнить, потому что я на бас. У меня хоть новый стрейф. Вот здесь вот, с краешка. То есть, ну, я делал даблджамп, я, по-моему, один раз долетел, да, перепрыгнул пад. Но, к сожалению, в самом прохождении, так как у меня лень было пытаться что-то улучшить. Сейчас, может, еще разок получится. Тут надо еще правильно спейсинг подбирать, чтобы не перепрыгнуть эти пады. Опять перепрыгнул. В общем, не знаю, что сказать. Если допрыгнуть до этого краешка и здесь сделать даблджамп, то я говорю, вот этот пад можно вообще перелететь и приземлиться вот сюда. И таким образом сэкономить время и все остальное. Но я делал. Нет, ну... Я потом даблджамп еще делал. А, ты делал? То есть ты проходил, да? Да, да. Ну, я как бы просто... Ну, я прыгал... Я нашел, забил и просто отправил демку другу. Я прыгал сюда, на этот краешек без даблджампа, потом вот на ближний край. То есть потом делал даблджамп здесь и дальше просто зигзагом по каждому пазику прыгал, чтобы дальше все проходить. Так у меня роут, получается, намного лучше твоего был, надо было добивать. Да. Я вообще удивился, я говорю, у меня просто концовка, видимо, хорошая. В конце там тоже есть свои косяки в прохождении. Сейчас я просто добегу до финиша как-нибудь. И пару слов скажу касательно некоторых моментов. Во-первых, вот это место. То есть, если правильно прыгать и приземлиться сюда, на нем здесь можно сделать даблджамп. Черт.
Ну, в принципе, здесь много где можно даблджамп сделать, можно там где-нибудь постараться. Все зависит от спейсинга, от дорожки, как он будет получаться. Я хочу сказать то, что если очень много скорости имеется, то вот здесь, вот пролетая вот отсюда до финиша, ну, очень большая вероятность промахнуться мимо пада. Потому что, сколько я не тестил, я либо здесь промахивался, либо, в общем, перелететь пад здесь очень легко какой-нибудь. Или не долететь чуть-чуть до следующего пада. И здесь они находятся чуть выше. То есть, если у вас дорожка как-то хорошо стрейфить, или, не знаю, много скорости сохранили, то здесь она теряется. Один раз я дошел до финиша с сохранением скорости, и тут просто перепрыгнул пад. А в своей демке я просто меньше скорости набрал, чем надо было, чем мог. И поэтому я не допрыгнул до, вот, до ямы, вот на этот краешек вам приземлялся. Ну, в общем, что, будем смотреть демки. В демках как раз и разберем, кто какие дорожки юзал и как можно было проходить. Ну, да? Думаю, да. Да, да. Конечно. Обзор, в принципе, не такой большой получился, потому что карта простенькая, просто... Ну, тут обозревать, да, по сути, да, нечего. Просто кубики и ничего интересного. Скайбокс можно было поразглядывать. Ну, ладно. Я забыл, как Козмини 1. Козмини, да. Начнем с ВК3 физики. Черт, я их не переименовал. Сейчас я переименую, чтобы потом не путаться. Так, сейчас 5 сек. А ладно, там 3 демки всего из онлайн. Нет, нифига. Козмини 1, ВК3. Ctrl-M. Найти MDF. Заменить на DF. Сейчас 5 сек, народ. Так, одна папка готова. CPM. Вторая папка готова. Ок. Теперь все норм. Так, и CPM тоже норм. Итак, ВК3. Лунтик, 55 секунд. Что там можно 55 секунд делать? Я не понимаю. Давай, плей. Давай, плей. Возможно, у него неплохо стрейф получался и... Но он по каждому аккуратненько прыгал. И потом пешком шел до следующего пазика. Сёркл не очень хороший, сёркл надо потренировать. Мы карта, по-моему, говорили. Карта называется, по-моему, карта как-то... Как там? Кос-1, да, бета-7b, что ли? Или ты то что? Не, какая-то есть прямо с тренировкой сёркла. Ну, кос-1, бета-7b, там есть комната для сёрклов, там есть зелененький сёркл. Есть еще на... Я забыл, как... Трикхаус мапа, там очень много разных комнат. И на сёрклы, и на все что угодно. Опять забыл, как называется. Ну, в общем, лунтик, если что, просто найди их и все на зеркале, в принципе. Ну да, вот аккуратненько. Да, просто пропрыгал. Да. И все, да. Вайпер Россия, ох ты. Это не тот самый вайпер, я тебя огорчу. Блядь, ну ладно, вот. Тольятти, да. Play. Это знакомый Кенекса. Которого он подсадил бесщадно, не жалея его сил на дефраг. Начинает с уголка. Так же, как, в принципе, я начинал. Он допрыгнет до пада или нет? Нет, не допрыгнет. У него, видимо, стрейфа чуть-чуть не хватает, чтобы проходить. Ну, он совсем новенький, но, по крайней мере, он уже тут вот не тормозил нигде. Ну, тут единственное... Да, да, тоже. Ну, то есть, максимально эффективно уже пытался проходить. Не по каждому падику, пешком. Чуть не свалился. И здесь чуть не свалился. Я не знаю, как он долетал до туда. Ну, заставлен постоянно. Да, он финишировал, в принципе. Вайпер 163. Да, но прошел хорошо. В принципе, вот это вот как раз тот самый средний вариант. Следующий Декус 35 плей. Здесь, наверное, будет больше, как сказать, точнее, меньше хождений пешком. Тут, наверное, вот он халбит вообще использует. Да. Для предыдущих игроков, если интересно, это техника стрейфа. Такая интересная в ВК3 физики, которую можно использовать.
ну, проходит, да, уже намного быстрее. Ну и стрейф сам по себе получше, хотя он жмет очень много прыжок. Да, срезал очень интересно. Ой, остановился в конце. И тут долетел. Там надо было фреймаджампов дальше проходить. И постараться хоть где-нибудь срезать пад. Это бы дало ему там сразу полсекунды, он бы обошел несколько так человек. Он же срезал в конце. Ну, нет, он вначале ничего не срезал. И... Ну, не получалось, ну, наверное. Наверное. Варпак, Россия, 34, плей. Вообще, на таких картах ну, вот, пропуск одного из падов, он очень много дает. Если они, ну, да, плоские, то это 0,7 секунд, это очень много. Нет. Тем более на таких, как бы, фреймовых, грубо говоря, картах. Каждая мелочь очень решает. Ну, варпак, кстати, неплохо так настрейфивает. По каждому патику. Здесь будет останавливаться, интересно, или нет? Нет, просто притормозил и пропрыгал по каждому патику. Неплохо. Да, прошел очень даже бодренько. Немножко быстрее, чем Текус. Сделал плюс 600 корж из Country Hero. Плей. Он, по-моему, тоже российский, хотя не уверен. Белоруссия, по-моему, корж. Сколько я помню. Давно, кстати, не было видно его, по-моему. Делал спритджампом. В принципе, дорожка точно такая же. По каждому падику пока. Мне интересно, где же он срежет. Во, вот здесь он один пад срезал. И срезание этого пада дало ему эти, наверное, 0.5-0.6 секунды. Да, да. И здесь, скорее всего, также он будет по всем падикам проходить. Да. Вот. Так, это было первое место, где можно срезать пад. Нет, не первое, но ладно. Следующий, Gravity, 29.608. Еще 300 миллисекунд, плей. Интересно. Где-то еще 300 где-то еще нарыл. Давайте посмотрим. Может, на другом месте где-то срезал. А, он вначале вообще начинал не так. А, потому что он не резал пад там. Там, чтобы срезать пад, там почти обязательно надо было начинать с прям с краешка. Иначе скорости не хватало. У меня, по крайней мере. Ой, как ты... Вот здесь он тут срезал. Жестко. Он в другом месте срезал пад, и в результате чуть-чуть еще обошел. У него там больше скорости было после срезания. Монстрик его перебил на 400, офигеть. Давай посмотрим. Подожди, стоять. Вольви. Какой Вольви? Вольви Канада, 29.3. Теперь ты, подожди. Потому что я монстрика уже запустил. Все, давай. Вольви, плей. Это онлайн-демка. А, он в лайне за кетом смотрит, как он проходил. Интересно. Прыгает по каждому паду пока. Вот, первая срезка. Интересно, будет еще где-нибудь? 5, нет, не будет. Нет, не будет, ага. Он просто чуть меньше фреймджамп сделал, видимо. Да, ну просто стрейф почетче и как киток сделал быстрее. Монстрик 29.2. Теперь монстрик, да. Плей. На 40 быстрее, чем Волви. 5 фреймов. Блин, вот казалось бы, да? 40 это так много. А с другой стороны, это, ну, 5 фреймов, ну, типа, фигня же вообще. Ну, по-моему, как можно срезать 40, это вообще жестко. Не знаю, когда фреймы режут, это вообще, не знаю. Что-то я, ну, офигел от фреймовости. Раз, два, нет, я думал дальше срезать. Нет, не срезать. У него, вот, почти все то же самое, как в предыдущих игрока, как у Вольви было. Да, те же самые срезы сделал. Хейз 28.9.
Play. А еще он 300 срезал. Интересно, будет ли еще где-нибудь. Ну вот он где-то, да, вот тут, мне кажется, по-любому где-то он должен был срезать. Во, начинал с краешка, стрейфит нормально, наверное, срежет. Да, вот первый пас срезает. И здесь еще пад срезал. Ой, вот хорош. Два. А здесь он по каждому стрейфил. И здесь тоже по каждому. Вот первые две срезки как раз ему дали. Да-да, но причем в начале очень много сделал плюс, получается, а в конце очень большой минус, потому что стрейфил вторую часть карты не очень хорошо. Но все равно... Да, нет, стрейфил нормально у него, просто... Хотя не знаю. Не, стрейфил он нормально, просто он всю вторую часть карты проходил медленнее, чем тот же монстрик. Потому что монстрик там и срезал кое-где, и все такое. Следующий драм Улькиора 27.4 плей. Еще наш. Храм Улькиора. Ладно, сорян, я не сдержался. Нам говорили не шутить. Почему нет? Ну ладно. Ну нельзя, но. Табу наложили. Так, здесь. Я не заметил, первый пат она не срезала. Срезала. Да, срезала. Здесь еще пат. И здесь еще пат. Срезала, да. Да. Нормально. Достаточно. И здесь еще пат срезал. Еще офигеть. Нормально. Вот это помогло 5. Еще. Быстрее так, пройти намного. 7.1, да. На 300 Винтер. Еще быстрее сделал Винтер, да. Плей. Да, посмотрим. ОАР. Что такое ОАР? Честно, не знаю. Ну, вроде из России тоже. Должен быть. Да, должен быть, да. Олимпик Атлетис from Russia. ОАР. Винтер олимпийский атлет, что ли? СССР, ну ты реально даже дикая. Нет, вроде бы. Он же вроде бухает. Я говорю, вроде бы нет. Ну, может, это... Вдруг, да. Ой, слушай, как срезал классно все, да? Да. Хорош, хорош, хороший стрейт. 26.3, да? Да, Кианекс, Россия, Тольятти. Плей. Почему Тольятти через Г? Тогг. Ну, потому что при этом произношении, при этом... Типа на транскрипции, короче, он как мягкий знак считается. Буква Г. Перед буквой L, по крайней мере, точно. Я не помню прямо орфографию. Тут но... он не срезал пад, а зато здесь срезал и здесь срезал пад. И это ему как раз дало плюс большой. Да, но KNX давно уже хорошие результаты начинает показывать. В принципе, что очень радует. Он все ближе и ближе подбирается к топу. Скоро Enter уже начнет перебивать. Давно уже. Как ты грустно мыкнул. Так, ну, моя демка. Play. Да. Четвертое место. Я не очень много играл, на самом деле. Да ладно, все мы знаем, что ты дрочил все эти три дня на эту карту в разное. Какие три дня? Мне работать надо. Ты чё? Я прихожу поздно вечером. Чтоб вы знали, я его спрашиваю после. Вот мы сегодня созвонились, я спрашиваю, как дела на работе? Ну так, ну типа, чё делать? Нечего. Играю, говорит, сижу в дефраг. Какой дефраг? Ты чё? Вот, говорит, вторую поиграл Козвини. В общем, я здесь постарался завязать как можно больше срезок, но... Ой, какой фреймджамп! Вот это фреймджамп был! Я аж это, что-то не ожидал. Очень классно прошел, слушай. Очень быстро. Где? Везде. Да. Очень классно пройдет, на самом деле. Следующий. Рекрут России 25.1. Плей. На 400 быстрее и занимает третье место, с чем мы рекрута и поздравляем. Мне интересно, где здесь еще можно срезать. Я предполагаю, но может просто моей дорожкой на почетче пройдено. Я просто один раз прошел и забил, все. Ну да, да. Так, первый угол срезан. Сейчас второй будет, наверное, да. Второй. Хороший фреймджамп. Третий. И третий срезал, четвертый срезал, отлично. Ну и дальше просто по падикам, как все, как и я проходил. Ну, у него фриджампы очень классные. Хотя твой последний прям вообще шик.
Вау, он здесь через 5 перепрыгнул. Офигеть, серьезно? 25-1. И пока что. На тот момент это был VR, когда он поставил. Ну, но... то есть, как я понимаю, вот этот вот перепрыгивание пада, я там как раз и концовку, видимо, из-за этого запорол. Ну да, ну там нужен, видимо, прям такой... Нужно в нужном месте страйк поднабрать скорости, да. И поэтому нужно прочувствовать. Нос... На 120, да, да, сделал. Да, 120 быстрее, 25.000. Не вышел с 25, но что поделать. Плей. Ну, уволим его из админов на FComps. Сделал топ-2. Нашел время поиграть, на самом деле у него не так много времени, и очень приятно видеть, принципе, всегда дымки носа. Начало еще неплохое, срезает первый угол, второй угол, вот до угла когда прыгивает, третий угол, четвертый угол. О! И вот здесь вот еще, да, офигеть. 120. Если бы у него был стрейф получше... А вот здесь он не допрыгнул до пада. Вот реально, вот если бы он концовку сделал как... кто там? Как рекрут, да, он бы... Блин, он там... бы тайм кета поставил примерно, по-любому. Mm-hmm. Скорее всего, кет также проходил. Я пробовал эту срезу, да, когда... Но у меня реально скорости не хватало. Там нужно очень сильно постараться, чтобы ее сделать. А, ну что, кет, топ-1, поздравляем его. 24-4, плей. А, что? Нас по стоп-2 не поздравили. Извини, братан. Стоп-2 тебя! Эй! Крепись, это не топ-3. Ты молодец. Так. Судорожные движения кета. Uh-huh. Все как мы обычно его любим. Все его фреймджампы идеальные. Вау, допрыгал тоже. Здесь сейчас, наверное, будет разгоняться, чтобы... Да, чтобы через пад перепрыгнуть. И фреймджамп в конце сделал. Прям как... Да, офигеть! И без логина, лол, без логина! Просто без логина прошел. Ну классно, классно. Mm. Так, ну что ж, переходим к CPM, CPM. Yeah. Дымкам. Ну что? Время поговорить о вечном. 1.28, давай. Play. Давай. Что это такая медленная дымка? Ну я решил, что... Что? У меня нет времени задрачивать роут, который у меня был в голове, и я решил просто вот так пройти. Почему не молчишь? Говори со мной. Что я должен сказать? Не знаю. Ты видел, какие круги я наворачиваю? Какие четкие. Я причем... это не первая попытка, между прочим. Тебе звонят. Ты сам, по-моему, голова закружилась. Не знаешь, в какую сторону прыгать. Давай. Смотри, сейчас будут триксы. О, жесткие вообще. Ты еще вниз упал. У тебя что, там голова закружилась сильно? Да, да. Я поменял здесь сенс на очень большой. И мне было не очень хорошо. А потом я сменил на очень маленький. У тебя циркл даже не выходит. Это очень маленький сенс был. Это я крутил по всему столу почти. Финиш. Ну что, поздравляем тебя с последним местом. Еее, плюс 6 очков рейтинг, ура. Спасибо. Деку Россия, 31.5, плей. Тут 31 секунда. Ты же в прохождении по всем падам прыгал? Сейчас посмотрим, где он эти полторы секунды потерял, интересно. Наверняка два раза по какой-нибудь паду приземлился, прыгнул. Ой, он остановился. Вот, из-за этого он потерял много скорости и все. И времени. Так, 31.5. Ну, надо больше срезок, надо лучше стрейф делать и... Стараться лучше. Да.
Unnamed player. Неизвестно кто, неизвестно откуда. Play. 28.9. Чувак, имя проставляется в консоли slash name. 720. О, еле-еле допрыгивает вообще. Чуть ли не за ступы. Он только кнопкой V причем стрейфит. Видишь, прыгает. Он, наверное, не знает про АД. Это похоже на... Чё-то я не помню кого. Тут у нас был кто-то кнопкой V стрейфил. Кто-то был, да. Офигеть, прям по краешкам. Ну, причем сделал лучше, чем Деку. Между прочим, а Деку опытный парень-то. Тутифрути, кстати, тоже, смотри, не особо запаривался, 28.1. ВП Россия, плей. Или какой ВП? Чего? 28.4 ВП, онлайн демка. Ты не успел? Чё? Ладно, сейчас сменю. Я не до конца вниз прокрутил, прикинь, я думал, что все демки из офлайна. У меня так чуть-чуть осталось, ладно. Давай. Готов? Да, плей. Итак, онлайновская демка. Стрейф, в принципе, нормальный, но, видимо, ни один паттерн даже не попробовал срезать. Тут даже в ВК-3 можно срезать очень много паттернов. О, вот первый пат срезал. Два раза по пазику пропрыгал. Ну как. И здесь еще один пат срезал. Финиш. Ну, я не знаю, что сказать. Мало скорости, мало стрейфа, нужно больше стрейфа. Чтобы... Нужно больше стрейфа, чтобы нормально ходить. Нужно больше стрейфа. Да. Тутти-фрути 28.1, плей. Чего у них такие таймы медленные? Вроде там... Ну, он получил свои минус 20 рейтинга. Я думаю, он все осознал и не будет больше. А я вот еще не осознал, я получил плюс 6. Не, но если это самый худший тайм у него, то он заминусуется в этом, в рейтинге таблицы в итоговой. Если он, конечно, да, еще хуже не пройдет. Если он не вздумает не отправить демку. Шмрути. Тут и шмрути. Тут можно так спокойно было через пады перепрыгивать. Ну он просто, видимо, разок прошел и все для массовки. Окей. Ну, пусть так. KeyNex тоже. 27.6 play. Ну, KeyNex, кстати, вот не факт, что не хотел постараться. Поэтому на него раньше времени не будем договаривать. Сколько у него? Сервер тайм 13 минут. Надо твой сервер тайм было посмотреть, что-то за. Сейчас на CPM чекнем. Сейчас посмотрим. Там 613 минут какие-то. Как-то... псевдофрейм джампы, насколько я вижу, немножко сбрасывал он перед поворотами. И здесь срезал. Ну, не знаю, нарочно или нет, но, мне кажется, мог намного лучше пройти. Котейка 27.5. Плей. Еще на 100 миллисекунд. Вот интересно, где он тогда юзал срезки. Минус пады. 5, 6, 7, 8. Вот, ты здесь минус пад перепрыгивал. Чего, я? Нет, да, не считал. Я пытался, но у меня не получалось. Он пока один пад срезал. Вот. И здесь даже не срезал. Ну там легко было допрыгнуть, че он? Ну, он забоялся, что не получится. Пойдет. И решил, что да. Вроде карта простая, чтобы промахнуться минус пада, надо постараться. Но если по каждому прыгать, я имею в виду. А если через пад, тогда уже чаще промахиваешься. А, ну, Спузник. Да. Россия, плей. 26.4. Да, на целую секунду быстрее. Интересно, что здесь можно сделать. Жесткий какой-то тип. Спузник. Кстати, ребята, если что, стримы, наверное, скоро вернутся. Частые стримы. И будет не только ДФ, скорее всего.
О, здесь через пад перепрыгнул, и здесь через пад перепрыгнул, и здесь через пад. И здесь только три срезки у него пока было. Решил. Это стандартное прохождение. Вот четвертое. Дальше по каждому паду. Здесь тоже решил не рисковать, да. Ну нормально, нормально. Слушай, нашифровал себе тайм 26.4. Так, 25.744. Римыч. Плей. Еще на 600. 600 получается, да, около того. Так, пока прыгает по каждому паду. Он немножко притормозил, не знаю зачем, чтобы не перепрыгнуть. Перепрыгнул раз, пад, перепрыгнул два, ну, в общем, ой, здесь еще минус пад сделал. Ой, много-много срезает. И здесь, и... В конце он затормозил очень сильно. В конце слишком много, да. Снял, проходил в онлайне, да, без логина. Так, проходил в офлайне. Дукач, Дукич, Дика, Фо, я не знаю, из ОА. Давай посмотрим. Play. На фрейм побыстрее. Всего лишь фрейм. Это представляешь, это 8000-ых. 8000-ых сделал быстрее. Где? Это надо 3 упса быстрее сделать. Где? Где он сделал 3 упса? Сейчас найдем. Надевая такую, это, знаешь, кепку Шерлока. Сейчас надел. Вот здесь. Слушай, кстати, он здесь реально побыстрее проходил. А вот здесь он потерял немножко. Да, здесь не срезал. И очень много потерял. Да, Дукач, мог бы 25.3, я думаю, если бы чуть посмелее был. Или бы даже Зуперзучи обогнал, который сделал 25.1. Давай посмотрим. Ровно 600. Play. Ровно 600. Где найдем ровно 600? Помогите Энтеру найти ровно 600. Ой, он здесь не сделал срезу. Это как и большинство. И здесь не сделал. Ух ты. Где же он быстрее? Здесь, значит, наверное, в конце, минус. Да, в конце должен был, значит. Ты вот сейчас он минус под то это сделал. Здесь минус пад, и здесь минус пад, и здесь, да, скорость сохранил. Вот. Да, вот. За счет скорости, за счет финиша. Угу. Сделал очень хорошо. Так, следующий. Гимрок 24.8 play. Еще на 300 быстрее. Что? Да? Что? Скоро май. Ну, как бы, а что? Каждый год май, да? Скоро конец мая, через месяц. Да, потом июнь, потом июль. Ой, перелетел пад, здесь срезал скорость 900, очень много, да, подсбросил, сделал даблджамп и не стал дальше рисковать резать. Ну, хотя вот здесь вот подрезал, и да, последний пад тоже. Большой-большой молодец, в целом намного побыстрее первая часть получается, вторую повторил, ну, грубо говоря, повторил и сделал побыстрее в целом. Следующий. Так. Хулиган 24.7. Play. Ну, у тебя нету, не появилось дел. Дел? Каких дел? Да. А, дел? Да, вроде дел. Нет. Таких прям больших пока не появилось. Наконец мая не появилось, нет? Нет планов? Нет. Ну ладно. Вот, здесь минус пад, и здесь он срезал. Здесь, кстати, а потом очень... притормозил очень сильно, и... Да, я думаю, кстати, он сохранит, почему. Но, в принципе, необходимые пады для такого тайма он сделал. Все нужное, по идее, срезал. Ничего лишнего, по сути, прошел. Очень даже нормально, хорошее место. Эфиоп. Да, Эфиоп, проси Екатеринбург, плей. Еще на 100 миллисекунд быстрее. Будем делать, когда демок будет по сотне. Я прям не знаю. Так, прыгает пока по каждому падику, но сейчас должен начать срезать. Да, первый минус пад, второй минус пад, третий минус пад, четвертый. Да, он там. Пятый. Даже... Шестой будет вот-вот. Вот смотри, вот шестой. Седьмой и восьмой. И прям по краешку. Да, хорош. Хотя, мне кажется, можно было бы
более прямую траекторию сделать и перепрыгнуть его. Нет, мне так показалось. Не скажу. Лунтик 24.4. Сейчас, погоди. Сколько у нас там было в УК-3? 24.480. А у Лунтика... 24.448. То же самое. Почти, да. Плей. Он даже чуть-чуть обогнал Кета. Красава! Лунтик, топ-1 в ЭКУ-3, ура! Ну, физики CPM, правда. Ну, это всего лишь слова, знаешь, типа, цифры намного важнее. Ну, прошел, кстати, очень даже. Минус пад, и по каждому паду, и финиш. Что-то как-то... Мне показалось, что он медленно проходил в конце. Там где-то можно было побыстрее набрать скорости, пройти получше. Да, вполне может быть. Так, а мы не пропустили никого? Нет, пока. Следующий Минова идет. Минск, 24.4, плей. Успел? Все нормально? Да. Онлайн демка начинает. Очень много народу, кстати, играло. И очень много народу послало. Вон Илюшка пишет свои классненькие, хорошо-плохо. По каждому падику пока прыгает. О, первая срезка. Вторая. Третья. И четвертая, вау. И скорость сохранил. И здесь еще минус пад. И здесь минус пад. И скорость много. И финиш. Офигеть. Винова такой хороший. Если бы вначале еще посрезал, там несколько падиков, было бы намного круче. Поднялся бы повыше. Следующий Вольви, Канада. 24.0, плей. А еще на 300, 360. Чуть-чуть. Ух ты, даже с приджампом. Player name Logitech M325. Ты не знаешь, что это модель? Не знаю. И тут минус джамп, и тут дабл джамп, и не допрыгнул. И чуть не споткнулся. Пропрыгал, в принципе, по каждому падику. И дальше прыжок, и финиш. Собственно, кратко о Logitech M325. Разработана она для просмотра веб-страниц. И она беспроводная. И я не знаю, на самом деле, как можно играть такой мышкой Дефраг. Беспроводная мышка Дефрага, по-моему, это зло. Полное зло. Сейчас, подожди. Там же задержка, наверное, дикая должна быть, да? Google.ru. Ну, якобы у него классные батареи, там... M325. Стоит она 1500 в среднем у нас по городу. Но, мне кажется, лучше за эти 1500 купить... Она, да, она какая-то маленькая, G102, она, по-моему, да. С батарейками вот внутри. Да. Ну, типа, якобы батареи служат 18 месяцев, как пишут. Пишут на официальном сайте, заявляют, что 18 месяцев она служит. Не знаю, сколько Volvi с дефрагом с ней протянет. Подожди, это... Я надеюсь, что... Тупо офисная мышка для браузера. Маленькая офисная мышка. В общем, ладно. Возвращаемся. Бедный Volvi. Да, может, скинемся ему на мышку, мало ли чего, кипиш на 200 побыстрее из Челябинска. Плей. Готов? Да. 23.8, 8.5.6. Москаль, трусы Вуди поласкали. Ой, какой у него моделька страшная. Прям какой-то Рекс-тиранозавр. На каждый прыжок рычит. Да, такой черно-красный красавец. Причем он рычит как-то минус механизированно. Минус второй пад. Минус третий, хорош. Четвертый, пятый. Финиш. И шестой. Ну все. Сейчас. Опять я же... неправильно сделал. Сейчас, подожди, чё? 5 сек. А. Я модель хочу посмотреть. Ты хочешь энгл поменять там? Да, о, какой крутой тиранозавр. Потом посмотрю на обзоре. Лайфхак. Да, прям такой, прямо, правда, угол у меня неправильный.
с обзора. Ну, бы звук поменять, мне кажется. Да, если звук поменять, будет круто. Я так... Записываем, вырезаем и ставим на этого... этого динозавра. Кто это сделает, сразу премия Дарвина просто. Офигенная моделька, кстати, мне нравится. Да, норм. Динозавр. Тиранозавр Векс. Он прям прыгает носом вниз, попой вверх, я не знаю. Ну, если носом вниз, очевидно, что попой вверх, наверное. Интересно, как у него пушки в руках держатся. Или он умеет вообще держать? Офигенье! Моделька, которая не умеет стрелять из пушек, лоб. Это просто... Дефраг 2.0 уже с нами. Короче, ладно. Да, давай. Avenger 23.5, но 300 побыстрее. Так, сейчас, подожди. Все ок, все пишется, все хорошо. Так, Avenger, play. Avenger. Он же Роди, он же советский дефраг, он же чувак, который пишет про дефраг рэпчик. Он же ES Роди, который общался с ESP-ом. Минус 2 пас сделал, минус 3, минус 4, минус... А, не получился, минус 5. Здесь по каждому, ну, здесь минус пад. Просто испугался, мне кажется, как-то. Финиш. Я не знаю, что. Так, да, надо было посмелее немножко и сделал бы 22 секи, мне кажется, смело просто. 22.5, почти турнир, 6. Торнер, да. Подожди. Все ок. Торнер, плей. Вот тут уже... Будут хорошие срезы, мне так кажется. Че, посмотрим. Пока никто не сделал даблджамп на... О, первый даблджамп. Сделал, да. Сохранил много скорости. Да, здесь минус пад, здесь минус пад. Вот еще даблджамп сделал, еще даблджамп. Там мог еще, но... Зачем-то скинул. В принципе, можно было еще. И здесь ну, по каждому падику. Вот если бы в конце не притормозил и правильно дорожку нашел, можно было там намного быстрее пройти. А так очень классное прохождение. Да, кстати, Пус его перебил. Пус его перебил. Что поделать? Плей. 22.456. 456. А что, может так и надо? 22.456. О, тоже собачка. А, я случайно. Он Снупи. Что, ты вырубил? Не-не-не, все хорошо. Резал раз, резал два, резал три, резал пять, хороший даблджамп. Здесь он сохранил намного больше скорости. Надо было резать, блин, пус, ты слышишь меня? Пус, алё, пус. Перебил. Тогда я на её модельку посмотрю, что это такое. А, это этот, собачка. Снупи. Да, Снупи. Это Снупи. Я не знаю, как у модельки крутить вверх-вниз. Потом прикручу, наверное, бинды. Ну ладно. Так. Да. Следующий. Абибас, Россия. Play. Угу. Онлайн-демка 24. О, еще намного быстрее. Вот дабл джамп, так же, как в принципе я делал. Здесь минус прыжок, здесь минус прыжок, а дальше он. Здесь дабл джамп. Круто. Только дорожку более по дуге брал и сохранял скорость, и, в принципе, офигенно пройдено. Че там даже? Абибас World Record поставил. 24. Ну. Абибас, в общем, могет, как бы. Фишку рубит, да, как говорится. Классное прохождение. Маскаль 20.0. Плей. Угу. Вот он намного больше поднялся. Выше. Как бы пятое место вроде бы. Стрейф. Я случайно, что ли? Да. Выключил. Снапхуд, но ладно, здесь он уже не нужен. Дабл джамп. Здесь по каждому сохраняем скорость через пад и финиш. Ну, очень много скорости тут еще один World Record.
Минус 320. Они, видимо, да, друг за другом ставили вместе. Ну что, классное прохождение, давай, старайся, может, скоро вейру ставить начнешь. Я думал, ты скажешь, может, не выглядит. Нет, он уже ставит вейру, у него уже есть, кстати. Да, да, нет, кстати, Москаль, реально, а кто видел его вообще на ран нота ФК, это вообще жесть там какая-то, дичь полная. Вы у него спросите, и он вам демку даст. Так, Пикачу, 19.6. Плей. Сибирский мачо, который перебил рукав, у него был классный рукав, тот из татуировок, там, такой красочный, яркий, а он взял и перебил в Blackwork, по-моему. Ой, но как много скорости у него. Double jump. Видишь, здесь долет, да. Ну, очень много скорости тоже. И без логина, блин, почему-то. Uh-huh. Видимо, хотел, не хотел, чтобы остаться в истории. Типа, никто не знал, какой у него тайм. Но он-то не знал, что у нас есть Эндер, который просто два раза прошел карту и сделал первое место. Окей. Кстати, Пикачу, топ-3, да. А, нет, подожди. Зор, ой, Зор, блин, Зекюэн. Зекюэн, подожди, а где... где его, как сказать... С кем он там играет? Драмлик Вора. Ульки Вора, во. Ее не было, демки не прислала. Я не вижу. Она, видимо, такой. Что? Чего? Че говорили, извините? Это драм Ульки Вора, она не прислала демку, что ли? В Q3 только. Блин, ну ладно. Я думал, они соревнуются, кто круче. А нет, там даже Зукьен писал в комментариях, что жаль, не прислала. Ну ладно. Что там такое было? 19.504. Плей. 5.04. Быстрее, чем у Пикачу на 120. Это значит, что Хабаровск быстрее, чем Сибирь. А, кстати, он... А, бай драмуркьюра. Что-то странно, у них там, короче, семейный подряд какой-то происходит. Ладно, не будем. Какая-то странная вообще дорожка, не ожидал то, что так можно проходить. Финиш. Ну, да, такая какая-то специфичная. Ну, на финише скорости не очень много, но... в принципе, демка очень даже такая смотрится. Но, блин, секунду еще сделал Зорн, и мне крайне интересно, что можно тут исправить. Ну, я примерно представляю. Давай посмотрим. Второе место. Да, ну, Зорн, плей. Congratulations for Zorn, bitch. Я не знаю, он, наверное, будет смотреть. Пошла с краешка. О, дабл джамп. Отлично, проходит. Через пад. И еще через пад. И здесь дабл джамп. И дабл джамп. И еще дабл джамп. О, классно. И здесь еще дабл джамп. И, в общем, классное прохождение. Говорит человек, который сделал на секунду быстрее. Больше, чем на секунду. Да, блин. Так. Ну что, давай смотреть демку. Да. Готов? Плей. Да, я готов. Я готов еще позавчера посмотреть твою демку. Итак, сейчас надо... То есть ты уже смотрел главное... позавчера? Нет, нет, я уже смотрел. Так, Circle — фигня. Второй джамп — норм, третий джамп — фигня. Не знаю, как это еще. Так, дабл джамп. Здесь немножко там волнами. Дабл джамп, дабл джамп, дабл джамп. 1200, что? Что просто... А, блин, мне кажется... Да, ну слушай, у меня была дорожка, получается, такая где-то на 16.5, которую я делал. Там она очень такая, достаточно диковатая, но я ее все равно не сделал, и мне было лень ее задрачивать, потому что я редко сейчас играю в ДФ. Ну, в общем, да, поздравляем тебя, Эндер, с первым местом. Да, спасибо. Ну что, давай демки помедленнее посмотрим. TMScale 0.5 VQ3 Кет 24.4 Play. Я могу сказать то, что у него очень классно пройдена среза сложная, которая там надо наверх прыгать, которая на полную высоту прыжка. Он после нее скорость много сохранил. Здесь он как бы срезал вот этот угол. В принципе, все срезки использовал, которые можно, и на финише много скорости сохранил.
Вот с краешка срезает второй угол, чуть-чуть прыгает дальше, заворачивает и делает по прыжкам срезку еще одного угла. Ну, фреймджамп у него очень-очень, да, классный. Поворот налево, два прыжка и допрыгивает до уголка. И после него умудряется с фреймджампа допрыгнуть еще дальше. Я говорю, я пробовал, мне с нескольких попыток не получилось, и я забил на это. А надо было дальше пытаться. И на уголок, и через пад, и фреймджамп. Ну, здесь он, мне кажется, он очень много здесь фейлил. Потому что даже видно, что там чуть больше скорости, если... А в его случае можно чуть больше скорости сделать, и ты тупо перелетаешь, и все, весь рот получается на смарт. А, и CPN демка. Play. Ну, я на самом деле сначала пробовал проходить обычной дорожкой, потом понял то, что там я постоянно падаю где-то между там во второй части прохождения. Сделал сейф-поз, и от сейф-поза очень много раз попробовал пройти, где удобнее делать дабл-джамп и как лучше залетать, чтобы сохранить скорость. Здесь приходилось вилять, чтобы скорость сохранить и допрыгнуть куда дальше. А, подальше. Здесь приходилось вот на с дальнего пада делать дабл-джамп. Здесь у меня получилось сделать два дабл-джампа и завернуть с сохранением скорости. А, вот здесь, наверное, можно было дабл-джампнуть, но... Не знаю... Вот я только сейчас заметил то, что там можно дабл-джампнуть. А до этого я просто там прыжками проходил и падал между падами. Ну тут да, где-то поднабрать там, поднабрать тут, и уже другой роут все получается. Так, ну все. Да, переходим к браузеру. Где у меня браузер? А, вот здесь, в принципе, видны результаты текущего компетишна. Здесь можно поскачивать демки. Посмотри, кто на каком месте, что занял. Тут прокомментировать, кому хочется. На данный момент идет уже компетишн Коз Мини 1, который закончится Коз Мини 2, который... А, подожди. Да, Коз Мини 2, который закончится скоро, поэтому закончится через час, ну ладно. Будет. Ну, для вас он уже закончился, ну что ж, можете посмотреть тогда демки или обзор, если он вышел. Или обзор, да, заодно. Так, ну что ж, это в принципе все на данном обзоре. Присылайте демки на следующий, будем смотреть. Да, участвуйте обязательно в этом компетишене. Хоть он, хоть карта и длится минуту вроде бы, но она интересная. Интересно, сколько будет демок. Так, ну что ж, все тогда, наверное. Все, народ. Наверное, да. Всем да, спасибо за обзор, лайкайте, комментируйте. Присылайте демки, а все. Да. Всем, да, всем спасибо. Всем удачи. Всем пока. До встречи. Всем пока.